Ну что же, все лошади в боксах. Старт очень важен на 1600. И поехали. Марк Аврелий нырнул на старте и задержался. Не лучшим образом принял Зиг Зауэр. Никуда Александр Иванской не торопится. Вперед выходит идеальный штурм. Тут же дальним полем Дейтайм. В правом повороте идеальный штурм благодаря первому боксу впереди. На втором Ювелир. На третье место выходит легендарный Маршал. Тут же Дейтайм, Касбольдер. Тут же рядом с ними полевой стороной Александр Иванской и Зиг Зауэр. Далее Маскат, Марк Аврелий. Рядом с ними тут же идет Элегант Барс. И замыкает скачку по противоположной прямой. Смотрите, на Элегант Барсе сидят сегодня. А там съехалась целая группа лошадей. Замыкает скачку сейчас. Кстати, Элегант Барс отпал на последнее. Легендарный Маршал выходит вперед. 28,5. Едут так, что пленных не берут. Легендарный Маршал, Ювелир, Газгольдер, Дейтайм. Вчетвером выстроились в линию. И Дейтайм выходит вперед. Ну вот его знаменитая скорость. И Элегант Барс замыкает. Скачку ведет Дейтайм. Легендарный Маршал вторым. На третьем месте Ювелир. На четвертом Газгольдер. Далее Маскат. Тут же идет по бровке Марк Аврелий. Далее Зиг Зауэр. И пошел далековато. Очень далеко идет сейчас от лидеров Элегант Барс. Итак, Дейтайм отделился от соперников. И Дейтайм первым выходит на финишную прямую. Дейтайм лидирует по финишной прямой. Сможет ли его кто-то достать? Дейтайм лидирует. На втором месте Маскат. Далее целая группа лошадей в борьбе. Дейтайм лидирует с преимуществом. И его атакует восходовский Маскат на последних метрах дистанции. Но Шамиль Ходков победа машет хлыстом, потому что Маскат его не достанет. Дейтайм первым, вторым Маскат, на третьем легендарный Маша.